Всем привет! Сегодня снова пришли кроссовочки. Еще одни. Вот, на этот раз пришли у меня вот такие вот разноцветненькие, со всякими вставочками. Такие салатовые. Вот. Так, размер у нас тут 40-й. Сейчас посмотрим. У нас тут УК 7, евро 40, USA 25. Sport Fashion. Стильку я не мерил, сколько здесь сантиметров. Вот, ну, предполагаю, где-то 25,5 сантиметров должно быть, по идее, кажется. Так, кроссовочки у нас тут проклеены хорошо. Никаких зазорчиков. Носочек тоже проклеен хорошо. Тут все отлично, видите, как проклеено хорошо. Тут. Вот вставочка у нас, это такая очень жесткая резина. Вот. Задник здесь такой довольно жесткий. Вот тут погнуть его не так просто. Потом такая у нас вставочка еще из дермантиновая. И вот это вот, я не знаю, это черная, то ли кожзам, то ли больше на ткань похоже. Да, это ткань. Это такая ткань. Она похоже на замш, но не замш. Она такая довольно жесткая. Вот. И самое главное, это ткань, потому что не будет трескаться. Есть еще светоотражатели вот здесь. Тут, правда, что-то не видно. Вот здесь полосочка, где пальцем показываю. Светоотражатели у нас. Вот такие вставочки есть еще. Сеточка у нас здесь такая и не мягкая, и не сильно жесткая. Средняя. Шнурочки у нас мягенькие. Вот мягенький нейлончик. Такой тянется. Так. Так. Подошла у нас вот такая вот монолитная. Но она как из двух слоев. Получается, здесь пена. Или не пена, или я ошибаюсь. А, и тут еще наклеена сверху еще одна часть. Вот эта вот. Все. Ну, я не сомневаюсь, что она хорошо сидит. Уже приклеена добротно. Все так очень прочно, нигде никаких зазорчиков, ничего нету, все просто замечательно сидит. Хотя вы знаете, у меня такое ощущение, как будто бы долетая подошла. Это просто покрашено. Я не, наверное, не летаю, а может и летаю, так хорошо приклеены или что, я не пойму. В общем, отлично. Подошла жесткая. Так, все в порядке. Гнуться так. Ну, нормально. Так, посмотрим, что у нас там стелечка. Стелечка у нас вот такая вот. Салатового цвета. Байота фирма. Вот. Байота тоже у нас тут логотипчик. Вот. Ну, собственно, вот так вот они выглядят. Сейчас внешний вид еще покажу. Вот так вот. У нас вот они выглядят. Проклеены они у нас отлично. Тут логотипчик. Бит какой-то еще там непонятное. Так вот. Задничек. Угу. Вот такие вот кроссовочки. В общем, выглядят они хорошо. Вот эта часть у нас мягкая. Тут тоже нормально. В общем, все хорошо. А это у нас другой, это у нас левый получается. Ну, показывать я не буду, тут тоже отлично все проклеено, поэтому я и тут ничего, никаких изъянов, скажем так, не видел. То есть все отлично. Такой же самый полностью, только левый. Вот. Вот такие вот у нас очередные кроссовочки были. Которые называются, фирма у нас Байота. Кажется, ну если, может, я неправильно выговариваю, Байота.